Включаем запись. Дорогие мои, рады приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном восстановлению зрения. Меня зовут Демидшин Алексей Владимирович, 15 лет провожу занятия, курс «Мастерское здоровье». Из этого курса мы сегодня начинаем только один большой блок, блок по восстановлению зрения. Цель этого блока, дорогие мои, максимально все вопросы прояснить. Все вопросы разобрать, причины ухудшения зрения, виды заболеваний, как восстанавливать зрение и много-много-много другое. Почему? Многие люди ходят в спортзал, многие люди занимаются мышцами, мышцами рук, мышцами ног, мышцами спины, но почему-то очень многие люди не занимаются мышцами глаз. Существует некоторый мистический страх, созданный нашими дорогими врачами, который утверждает, что зрение не восстанавливается, и большинство людей пассивны в этом вопросе. Зрение и наши с вами глаза – одни из самых просто устроенных органов. Исключительно просто. Простая физика, да? Простая примитивная оптика. Две линзы в наших глазах. Первая линза – это роговица. Если вы потрогаете, да, свой глаз, увидите, что он в форме линзы. Передняя поверхность прозрачная нашего глаза называется роговица. И вторая линзочка находится немножко внутри, немножко сзади роговицы, которая называется хрусталик. И работа этих линз управляется мышцами, которые и производят фокусировку. Также, конечно, у нас есть сетчатка, которая улавливает эти электромагнитные волны, световые волны, и есть зрительный нерв, который передает сигнал. И вот в течение 5 дней наш курс, да, вот этот блок, блок по восстановлению зрения, будет проходить 5 занятий по 2 часа. И мы с вами будем делать упражнения, и вы будете видеть результат. Понадобится вам табличка для глаз. Наши модераторы подскажут вам, как ее скачать. Также вы можете всегда получить ее в виде подарка, если напишите к нам на нашу почту. Наша почта — это 7 цифр 5076687 собачка mail.ru. Если у вас по каким-то причинам нету таблички, вы можете написать, и наши прекрасные специалисты всегда в виде подарка вам вышлют. Для чего табличка? В принципе, вы можете сделать ее сами. Это просто текст с разным размером шрифта, от крупного до мелкого, чтобы вы могли видеть остроту своего зрения и чистоту своего зрения, способность вашего зрения фокусироваться. Итак, напомню, наша почта — это 5076687 собачка mail.ru. Напомню, как зовут вашего тренера. Вашего тренера зовут Демидшин Алексей Владимирович. Наш сайт, на котором вы всегда можете узнавать информацию о наших курсах, это два слова: Power Energia по-английски и Dream Мечта, powerdream.ru. Итак, дорогие мои, если вы готовы к выполнению упражнений, сядьте ровно прямо, расправьте плечи, зажгите улыбку, и мы с вами начинаем разбирать такой вопрос, как острота и сила нашего зрения. Возьмите ручку, возможно, вам понадобится что-то записать. Какие существуют наиболее распространенные нарушения в работе наших глаз? Напоминаю, в этой фразе ключевым словом является слово «работа». То есть ваши глазки видят, да? Ваши глазки осуществляют эту работу. У многих людей настолько вот этот абсурд, страх, мистический, необъяснимый, нелогический страх перед зрением настолько сильно развит, что многие люди вообще даже считают, что их глаза не работают. Когда они приходят на наш курс «Мастерское здоровье», многие люди находятся в таком жутком, подавленном состоянии, незаметном для себя. И многие говорят: «Алексей Владимирович, у меня глаза вообще не работают». Я говорю: «Ну вы же меня видите, значит, ваша сетчатка работает». «Согласна?» «Согласна». «Значит, ваши мышцы хрусталика работают». «Работают». «Мышцы глаз работают». «Работают». «Зрительный нерв работает». «Работает». Все, все, ваша система работающая, но с некоторым нарушением. И вот если это нарушение однообразно, то есть оно каждый день одинаковое, если это нарушение длится много-много времени, то такое заболевание, такое нарушение называется хроническое. Да? Хроническое или близорукость, или дальнозоркость, катаракта и прочее. Начнем с самого распространенного, с близорукости. Сегодня я вкратце расскажу вам, дорогие мои, на следующем занятии, на занятии номер 2, мы вам покажем рисунки, покажем схемы. Да? Сейчас просто очень будет много информации, чтобы ваш мозг не уставал воспринимать. А завтра вам уже будет легче, и мы вам покажем очень много информации о том, как расположены мышцы вокруг глаза. И когда человек понимает, у него пропадает вот этот страх.
Да? Страх всегда от неизвестного. Когда человек знает, откуда берутся молнии, когда человек знает, что такое электричество, у него нет никакого мистического страха ни перед электричеством, ни уж тем более ни перед чем другим. А сейчас просто ключевые принципы. Итак, близорукость, дорогие мои. Близорукость – это не слабые глаза, а близорукость – это сильные, перенапряженные глаза. У близорукого зрения, у близорукого человека зрение, если говорить условно, это примерно 120, 150 или даже 200% зрения. То есть давайте сразу договоримся, да, близорукость никакое отношение не имеет к слабости зрения, да, а близорукость имеет отношение к чему? К силе ваших глаз, то есть ваши глаза чересчур сильные. Как мы можем это понять? Если обычный человек со стопроцентным зрением не видит свой нос, то человек с близорукостью видит свой нос, да? То есть фокусировка, дорогие мои, фокусировка на близкие предметы слишком повышена. Не просто повышена, а максимально, гипер. Чересчур мощно, чересчур сильно. Человеку с близорукостью очень легко попадать ниткой в иголку, да, в ушную. В ушко иголки очень легко попадать ниткой. Поэтому задача какая, дорогие мои? Вот эти чересчур сильные глаза, чересчур перенапряженные глаза, которые видят на близком расстоянии, фокусировка которой на близком расстоянии больше, чем нужно, расслабить. То есть вам не нужно такое сильное зрение, да? Вам не нужно, это как часовщик, да, он, чтобы видеть мелкие какие-то часовые детали, вставляет лупу в глаз, да, или ювелир, то человеку с близорукостью это не нужно. Что является причиной близорукости, дорогие мои? Особенность нашего мозга. Наш мозг привыкает. В 1904 году великий российский ученый, физиолог Иван Петрович Павлов получил Нобелевскую премию. И особенностью этой Нобелевской премии было то, что он получил ее за изучение физиологии работы внутренних органов, в частности пищеварения. То есть он доказал, что регулярное повторение в работе внутренних органов вызывает привыкание. То есть, если вы расправляете плечи и делаете это регулярно, ваша осанка к этому привыкает. Если вы сутулитесь и сутулитесь регулярно, ваша осанка к этому привыкает. Соответственно, если вы кушаете в одно и то же время, да, ваше пищеварение к этому привыкает. Если вы кушаете после того, как включаете лампочку, да, ваше пищеварение привыкает, после включения лампочки у вас начнется выделение желудочно-кишечного сока, если вы будете делать это регулярно. И, соответственно, если вы читаете на близком расстоянии, если вы перенапрягаете глаза, если вы делаете мышцы глаз постоянно тренированными, да? Это вот если кто-то видел из вас ноги велосипедистов. Вот представьте себе велосипедист, который ездит на треке, да? И он делает это каждый день по много часов. И у него такие развитые бедра, если вы видели, да, такое левое бедро развито, правое бедро развито, да, такие мощные такие мышцы бедер. Талия хорошенькая такая. Грудные мышцы не так уж сильно развитые. Шея, да, практически не развита. Мышцы рук тоже. А бедра, да, вот такой явная перетренированность. Да, то же самое мы можем наблюдать у конкобежцев. Вот если когда-то видели Олимпийские игры, и когда люди именно занимаются бегом или там шорт-треком, да, какие у них бедра. То есть человек может регулярным повторением натренировать какую-то определенную часть своих мышц и может не просто натренировать, а перетренировать, особенно если он это делает с удовольствием. Да? Ну, а когда мы с вами читаем интересные книги, конечно, это с удовольствием. Человек может читать всю ночь, у него же глаза могут болеть, а он может продолжать читать. И способность фокусировать свое внимание на близкие предметы. Фокусировка на близкие предметы. Она продолжается час. Она продолжается 2 часа. Она продолжается 3 часа, 4 часа. А книга интересная. Вы читаете про Тома Сойера, про Гегельгвери Фина, как они в пещере, там они с девочкой ходят, найдут ли они выход. Там идет Джо, очень страшно. И ты думаешь, вот я сейчас закрою книгу, а самое интересное, вот оно в следующем абзаце. Да? Или вы еще читайте какие-то интересные книги про приключения Гарри Поттера или еще что-то. И человек может увлекаться. Да? Вряд ли мы увлекаемся при выполнении домашнего задания по математике, но когда мы увлекаемся интересными книгами, поэтому я вам могу честно сказать, дорогие мои, да, наличие близорукости является одним из первых признаков гениальности.
Так что, если у кого-то из вас есть близорукость, дорогие мои, то вы можете взять и приклеить себе здесь значок со скромной надписью «Гений». То есть, как минимум, у вас повышена концентрация, ну и, соответственно, трудолюбие. Соответственно, в таких городах, как Токио, да, в японских городах, вот видите, вместо меня уже появилось изображение глаз. В таких городах, как Токио, в таких городах, как Москва, в таких городах, как Нью-Йорк, Париж, Лондон, да, где очень сильно развито образование для юношей, для девушек. Школу заканчивают, там, если в Москве, да, примерно половина, две трети людей с близорукостью, то в городе Токио эта цифра подходит под 80-90%. Причем, если мы отъезжаем, допустим, от Москвы на 30 километров, заходим в какой-нибудь поселок Жаворонок, да, в какой-нибудь город Звенигород, то сразу же процент юношей и девушек, заканчивающих школу с близорукостью, падает. Да, то есть это примерно четверть или одна треть. Почему? Меньше уделяется внимание чтению, сотовым телефонам, компьютерам. Да? Соответственно, что мы будем делать, дорогие мои? Вот я так постарался красочно в виде Олимпийских игр, в виде образа спортсменов, чтобы вы это представляли себе. Да? Мы будем расслаблять мышцы глаз. Да? Вы можете вообще не делать никакие упражнения. Вы можете вообще забыть про упражнения. Но если вы будете просто расслаблять, и своих детей научите расслаблять, дорогие мои, 5 раз в день. Вот, разогревайте ладошки, потому что в тепле мышцы хорошо расслабляются. Ладошками закрывайте глазки на 1 минуту. Да? Делайте выдох, потому что на выдохе мы это все с вами будем разбирать на этом курсе. На выдохе есть такой рефлекс. Все, что мы изучаем с вами здесь, это рефлексы. На выдохе, дорогие мои, очень хорошо идет расслабление мышц. И мышц всего тела, и мышц глаза. И в темноте. В темноте очень хорошо зрительные анализаторы, дорогие мои, у нас с вами отдыхают, и 1 минуту в течение 5 раз в день, в течение 10 раз в день вы можете практиковать. Это исключительно приятное упражнение, вам не нужно ничего делать. Но поскольку близорукость развивается, как правило, в юности, то здесь есть один некоторый такой психологический замкнутый круг. В юности хочется быть активным, да, то есть в юности не хочется сидеть в кресле и смотреть по 3, по 4, по 5 часов какие-нибудь мыльные сериалы, да? А хочется играть в баскетбол, хочется ходить на танцы, заниматься в спортзале. То есть в юности хочется больше активности. А лечение близорукости именно это расслабление. И получается, что наш юношеский азарт, наш юношеский энтузиазм, он мешает нам расслаблять глаза. Понимаете, вот здесь очень важно, чтобы после каждого расслабления, всего 1 минуту, вы хвалили себя. Хвалили за себя за то, что вы придаете этому значение. Это как дети, знаете, детям сложно сидеть на одном месте. У меня у самого 5 детей, поэтому, как правило, бегают, прыгают, да, они, как правило, энергичны и бодры. Поэтому очень важно дополнительное стимулирование. Дополнительное стимулирование в виде благодарности к себе. Особенно перед сном, дорогие мои, запомните, вот я сейчас пока без объяснения мышц, пока без объяснения физиологии, просто запомните ключевые моменты. Перенапряженные мышцы и обязательно регулярное расслабление, особенно перед сном и особенно с благодарностью к себе. Также на этом курсе мы будем не только убирать мышечный физический спазм, но и мы еще у себя, дорогие мои, будем убирать психологические барьеры, психологические границы. 1 день из нашего вот этого 5-дневного блока будет направлен на устранение психологических барьеров. А многие люди воспринимают людей в белом халате, то есть врачей, с огромным внутренним уважением и принятием. Если какой-то врач, особенно которого вы уважаете, скажет вам, что зрение само не восстанавливается, после этого человек уже не глаза восстанавливает, не мышцы свои тренирует или расслабляет, а борется с этим страхом, борется с этим утверждением. Да? То есть самим фактом что-то возможно. И больше энергии у человека уходит не на выполнение самих упражнений,
а на преодоление этих психологических границ, психологических барьеров. А кто-то относится к своему зрению без лишнего мистического страха, кто-то относится к своему зрению с легким таким психологическим отношением. А, надо потренировать? Ну, давай потренируй. Надо сделать? Ну, давай сделаю. Без вот этого патетического заставления себя, без вот этого патетического преодоления чуть ли не главного события в своей жизни, без вот этого психологического надлома, что если я зрение восстановлю, то я вообще в жизни все могу сделать. Да, как будто это какой-то наиглавнейший, наиважнейший момент в жизни. Да, то есть у нас будет специальный такой день занятий, где мы все это будем убирать, всю эту патетику, все эти страхи, переживания. И чтобы вы относились к своим глазам как к органу исключительно просто устроенному, очень благодарному, очень быстро отзывающемуся. Второе часто распространенное нарушение – это дальнозоркость. Как правило, она бывает уже в зрелом, в пожилом возрасте. Как правило, даже близорукость с небольшим диоптриями, то есть с небольшим напряжением, автоматически в возрасте 50-60 лет сначала приходит в норму, а потом уже превращается в дальнозоркость. То есть происходит старческая некоторая дряблость, нетренированность мышц. Даже перетренированные мышцы с возрастом могут слабеть, и зрение само автоматически. Если у человека минус 1, минус 1,5 диоптрий, то вы можете не делать никаких упражнений, а просто дожить до 55-65 лет. И, может быть, у некоторых даже в 40 лет, в зависимости от вашего тонуса в теле, и получить результаты по восстановлению зрения. А потом, соответственно, начнется другой естественный физический процесс, который называется дальнозоркость. Дальнозоркость есть абсолютно у всех, у лошадей, у коров, у медведей, у собак, ну и, соответственно, у человека, то есть у людей, у животных, зрение которых примерно одинаково устроено. Причины дряблости. Дряблость мышц, дряблость сосудов, уже хрусталик сжимать не так могут мышцы, и, соответственно, форма глаза тоже немножко меняется. Но про форму глаза это все завтра, дорогие, на следующем занятии, на завтрашнем занятии. Поэтому самое главное сегодня, чтобы у нас не было много теории и чтобы мы скорее переходили к практике, дорогие мои, запомните одно. Дальнозоркость через тренировку мышц. То есть если близорукость это 90% расслабление и 10% тренировка, то дальнозоркость это наоборот 90% тренировка и 10% можно больше, это расслабление. Гимнастику, дорогие мои, гимнастику, да, вот если прекрасные такие люди, замечательные люди, которые 60 лет выходят на турники, да, там, ну, подтягиваются хотя бы 5 раз на турнике, 10 раз на турнике, мужчины, да, есть прекрасные женщины, которые активно ведут свои садовые участки, приводят в благоухающий, прекрасный вид, они активны, они бодры, ну, желательно, чтобы упражнения у них были не однообразны, когда мы поясницу только сгибаем и не разгибаем, да, желательно, чтобы было разнообразно. Есть люди, которые каждое утро делают гимнастику, да, соответственно, они в 60-70 лет всех своей фигурой заражают, своей бодростью, своей энергичностью, да, даже многих молодых стимулируют двигаться вперед. И вот то же самое нужно просто делать с глазками, да, то есть хотя бы 5 минут в день делать гимнастику для глаз. Мы сейчас ее начнем. Это гимнастика. Главное, запомните, тренировка. Что касается глаукомы, однозначно расслабление. То есть здесь даже 100% расслабление. Даже не 90%, а 100%, даже 200% расслабления при глаукоме. Как правило, глаукома связана с повышением внутриглазного давления. Соответственно, дорогие мои, астигматизм. Астигматизм, очень много мышц у нас вокруг глаза, 6 мышц. И эти мышцы могут неправильно работать, соответственно, вокруг хрусталика тоже. И это как вот у человека есть правая и левая рука. Правая рука может быть сильнее, чем левая. Да? Значит, наша с вами задача какая? Чтобы наши руки работали гармонично. Чтобы наши руки работали друг с другом одинаково. Также мышцы глаза. Чтобы правая мышца, левая мышца, верхняя и нижняя работала одинаково. То же самое связано с косоглазием. Отслоение сетчатки. Отслоение сетчатки, дорогие мои, если отслоение не очень сильное, когда еще возможны процессы заживления, если оно не приняло такой тотальный, абсолютно разрушительный характер, то мы просто делаем специальные упражнения для сосудов.
Это упражнение называется образное дыхание, когда мы мысленно вдыхаем глазами вдох прохлады, выдох тепло с помощью воображения. Мы с вами изучим, что наше воображение, наш мозг воспринимает как реальность. Включаются рефлексы, на прохладе включаются рефлексы, сосудики слегка сжимаются, на тепле расширяются, идут эластичные сосуды, капилляры. Капилляры – это второе сердце человека, капилляры – это самое важное есть, что в нашем кровоснабжении, и, соответственно, резко мы улучшаем кровоснабжение нашей сетчатки и способность к прорастанию, да? В офтальметологических клиниках, в клиниках великого российского ученого Федорова, даже она замечена, определенная скорость, да, прорастания сетчатки примерно 1 мм в неделю. То есть все зарастает, как обычная травма, как вот обычная рана, царапина, порез, разрез, да, и так далее. Если у вас еще будут какие-то вопросы по видам заболевания, дорогие мои, то вы, пожалуйста, тоже их пишите, и мы после нашей перемены постараемся на них ответить и разобрать все ключевые моменты. Мы с вами будем на этом курсе, на этом нашем пятидневном курсе, на курсе из 5 занятий, делать все упражнения. И упражнения для тренировки мышц, и упражнения для тренировки сосудов, и упражнения для зрительного нерва, упражнения для хрусталика, для глазодвигательных мышц, и упражнения по расслаблению. То есть огромный блок очень мощных, сильных упражнений. Соответственно, вы, зная, как вам расставить приоритет, уже в домашних условиях, будете сами, то есть мы вам показываем, как расслабляются глазки, а вы уже сами, пожалуйста, 5 или 10 раз, дорогие мои, у кого раньше была близорукость, вы, пожалуйста, сами уже расслабляйте, особенно перед сном. Почему говорю раньше? Поскольку наш мозг воспринимает воображение как реальность, если вы воображаете себя человеком с нарушениями, да, если вы воображаете себя человеком больным, к сожалению, ваш мозг будет к этому привыкать, и с каждым днем у вас будет рефлекс. Возникает, да? Очень простой вопрос. А вам это надо? Вам надо представлять себя больным? Старым? Нездоровым? Я надеюсь, что не надо. Поэтому, дорогие мои, каждую секунду, вот в этом есть первое необычное, что мы с вами здесь делаем, да? Первое необычное, что отличает наше упражнение от всех остальных упражнений, вы представляете себе исключительно здоровым человеком. Еще раз говорю, у нас будет целый блок, когда мы уберем все вот эти психологические зажимы, когда мы уберем все вот эти психологические барьеры, которые мешают человеку представлять себя здоровым человеком. Вы согласны, что может сформироваться рефлекс, да, если ты 5 лет, или 3 года, или 10 лет, или 20 лет, а кто-то и 30 лет, да, представлял себя человеком нездоровым, то, соответственно, формируется уже привычка, рефлекс. Это как люди с хроническим насморком. Миллионы людей выздоровели от насморка, поскольку у них насморк длится больше 40 дней, а привычки формируются за 40 дней, то насморк им кажется очень сложным, тяжелым заболеванием. Если вы встретите человека с хроническим насморком, просто ради науки поговорите с ними, вы убедитесь в том, что он считает свое заболевание исключительно тяжелым. Хотя наверняка у вас был насморк и проходил насморк, и у миллиона ваших друзей, знакомых, и миллионов людей на этой планете тоже был насморк и проходил насморк. Но человек, который болел насморком больше 40 дней, это шутки нашего мозга, особенность нашего мозга, за счет чего Иван Петрович Павлов и получил Нобелевскую премию, происходит привыкание. Итак, дорогие мои, я надеюсь, что ключевые моменты, как расставить приоритеты на нашем занятии, у вас есть. И мы с вами можем смело приступать к выполнению упражнений. Угу. С чего мы начнем, дорогие мои? Начнем с расслабления. Расслабление нужно всем. Какие мы с вами здесь будем использовать рефлексы и какие мы с вами здесь будем использовать механизмы? Как я уже сказал, рефлекс, абсолютный, врожденный, безусловный рефлекс. Здесь не нужна ваша вера, да? Рефлекс, автоматизм. В тепле мышцы расслабляются. Когда вы лежали в теплой ванне, вы это замечали. Поэтому мы сейчас будем разогревать руки и давать дополнительное тепло вашим глазкам. И мышцы, а самое главное, ваши капиллярчики будут расширяться. Прошу прощения. Соответственно, на выдохе, второй рефлекс. На выдохе, дорогие мои, все мышцы нашего тела тоже расслабляются на долю секунд. Соответственно, если вы делаете длинный глубокий выдох, то автоматически ваши мышцы расслабляются очень хорошо. И следующее — это в темноте. Да, вот мы будем создавать, закрывать вот так ладошки руками, да, мы будем создавать темноту.
И в темноте, дорогие мои, вы тоже заметите некоторый момент, что зрительный анализатор очень быстро восстанавливается. Вы можете этим пользоваться в жизни очень-очень много раз. Особенно, если вы летом едете куда-то на юг. Особенно, если очень много солнца. Или особенно, если ваши глаза устали, зрительные анализаторы устали. Допустим, вы читаете в транспорте, где постоянно меняется освещение. Да? Вы читаете при плохом освещении. Зрительные анализаторы. Итак, дорогие мои. Сейчас мы будем расслаблять с вами глазки. Но перед этим давайте посмотрим уровень вашего зрения. Да? У кого уже есть табличка для глаз, табличка, где разного размера шрифт, да, вы можете ее взять. Кому нужно восстановить зрение вдаль, то вы смотрите табличку на расстоянии вытянутой руки. То есть, как можно более вытянуть рука. И вы смотрите последнюю строчку, которую вы можете прочитать. Может быть расплывчато, но можете прочитать, не прищуриваясь, не выпучивая глаза. Спокойно, расслабленно можете прочитать. У кого сейчас нет таблички для зрения, вы можете взять 100 рублей. Лучше 1000. Если у вас есть 5000 рублей, возьмите 5000 рублей. Но ни в коем случае не берите доллары, дорогие мои. Я шучу, конечно. Берите. Почему? Там есть разного размера шрифт на этой картинке. Есть и очень мелкий, есть и покрупнее надписи и так далее. 30 секунд, дорогие мои, для того, чтобы вы взяли в свои руки... или табличку для зрения, или какие-либо банкноты, или какой-то текст с разным шрифтом. Вы можете взять, допустим, газету. Да? В газете тоже есть заголовки, есть более мелкий шрифт. 30 секунд. Очень хорошо. Итак, дорогие мои, кому нужно, еще раз говорю, кому нужно восстановить зрение вдаль, мы себя представляем здоровыми людьми, поэтому я говорю в прошедшем времени, у кого раньше была близорукость, дорогие мои, вы держите расстояние, на расстоянии вытянутой руки. Вытянутая рука у вас по максимуму, вот каждый день вытянутая рука. И запоминайте последнюю строчку, которую можете видеть. Почему? После расслабления уже многие заметят улучшение. Не все, но многие заметят уже улучшение. Соответственно, вы можете купюру взять какую-то денежку. Кому нужно восстановить зрение вблизи, то вы смотрите на близком расстоянии. Да? Чтобы ваше каждый день расстояние было одно и то же, мы всегда советуем взять максимальное расстояние между большим пальцем и мизинцем. Поставить к бровям, к переносице и, соответственно, поставить свою денежную купюру или поставить табличку для восстановления зрения на расстоянии. Это в среднем примерно 25 сантиметров. Размер рук у всех разный, но в среднем. И каждый день у вас будет одно и то же. Да, то есть вы не будете себя обманывать, у вас не будет гулять табличка влево и вправо. Okay? Соответственно, дорогие мои, и вы запоминаете последний шрифт, который вы можете прочитать, более мелкий шрифт, который вы можете прочитать. Может быть расплывчато. Запоминайте, насколько расплывчато. Но прочитать можете, не прищуривая, не выпучив глазки. Если у вас глазки разного степени, да, остроты зрения, допустим, один глазик, допустим, минус 2, другой минус 4, или один плюс 2, другой плюс 5, то желательно каждый глазик проверить по отдельности. Да? То есть вы один закрываете ладошкой и смотрите. Потом другой закрываете ладошкой, смотрите. Да? Бывает даже один глаз плюс, другой минус. Разные бывают особенности. Бывает ли в юности дальнозоркость? Вот поступил такой вопрос. Бывает. Причина осложнений после скарлатины, после приема каких-то жестких антибиотиков. Даже в юности может быть катаракта, если человек принимает какие-то очень жесткие лекарства, помутнение хрусталика, загрязнение хрусталика. Но это в юности очень редко. Как правило, это заболевание зрелого возраста. В юности это может быть или последствия осложнений после каких-то заболеваний, или последствия травм. Тоже убирается. Итак, дорогие мои, мы с вами проверили уровень зрения, а сейчас минутки две мы даем себе для расслабления глаз. Пожалуйста, берем ладошечки, разогреваем. Очень приятно быть активными. Очень приятно быть самостоятельными, сильными. Молодцы. Горячие ладошки. Мы закрываем наши с вами глаза. Откидываемся на спинку кресла. Делаем легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох через рот.
При этом, дорогие мои, постарайтесь расслабить все ноги. Ноги немножко можно вперед. Руки, плечи, грудь проследите, животик. Опять легкий вдох через нос. И длинный, пожалуйста, глубокий выдох. Ваши глазки под ладошками закрыты. Очень хорошо. Легкий вдох через нос. И длинный, глубокий выдох. Если ваши руки устают, руки всегда можно опустить, просто посидеть с закрытыми глазками. Когда же ваши руки отдохнули, вы опять разогрели их и опять дали тепло своим мышцам глаз. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Когда вы делаете самостоятельно, дорогие мои, можно даже включать медленную, спокойную музыку. Легкий вдох через нос, длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос, длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Когда ваше тело физически расслабилось, дорогие мои, вы можете представлять с помощью воображения какие-то красивые виды природы. Потому что наше воображение, наш мозг воспринимает как реальность. Вы можете представлять, дорогие мои, как вы легко, хорошо смотрите вдаль. Наблюдая, можно представить, как высоко-высоко, далеко в небе летят птицы. Почему? Когда мы представляем природу, мы автоматически расслабляемся, включается рефлекс. Как правило, на природе мы расслаблены. Как правило, мы приходим на природу отдыхать. Вряд ли кто-то из нас работает охотником, заготовителем. И максимально напряжен, прижимая оружие к прикладу. Большинство из нас воспринимает природу как место отдыха. Мы делаем это регулярно, поэтому, представляя природу, у нас автоматически в теле происходит расслабление. Когда мы представляем голубое небо, бескрайние зеленые поля, лес сказочный, небольшие белые облака где-то гуляют, мы смотрим вдаль и любуемся, как несколько птиц летит, играет друг с другом, весна, любовь. Как мы рассматриваем, они взмахивают крыльями. Почему очень важно полет птиц? Почему очень важно, как они взмахивают крыльями?
чтобы ваши глазки не напрягались, не смотрели в одну точку, чтобы ваши глазки наблюдали за движущимися предметами. Это удивительно. Завтра мы это объясним на следующем занятии. Но наши глаза расслабляются именно во время движения, а не во время концентрации. Некоторые люди с признаками гениальности, они даже когда смотрят вдаль, смотрят в одну точку, и из-за этого опять же их глаза напрягаются. Поэтому крайне важно, дорогие мои, когда вы фантазируете или когда вы на природе гуляете, чтобы вы наблюдали движущийся объект, чтобы ваши глазки не напрягались. Можно представлять птицу, вот они играют друг с другом вверх и вниз, взмахивают крыльями, поднимаются выше, ниже. Улыбка автоматически появляется на вашем лице. Это очень приятно. Повышается самоуважение к себе, гордость за себя, то, что вы активны, самостоятельны, то, что вы выздоравливаете, восстанавливаете свои силы, здоровье, являетесь примером для своих детей. Мы всегда занимаемся с огромным чувством удовольствия и наслаждения. Воображаем полет птиц. Воображаем, дорогие мои. Давайте последний раз разогреем ладошки. И последний раз, дорогие мои, дадим отдых своим глазам. Сделаем легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Мышцы расслаблены, мышцы ног, мышцы рук, мышцы лица, мышцы глаз. Если вы регулярно расслабляете мышцы глаз, они привыкают и становятся постоянно не напряженными, а постоянно расслабленными. Поэтому, кому нужно, почаще их расслабляйте. Это приятное упражнение. Вызывает уважение у вас к себе за свои поступки, за свою активность, самостоятельность. Удовольствие, легкую улыбку. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох, дорогие мои. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Замечательно. Последние 10 секунд, самый сладкий отдых. Еще раз разглядываем горизонт. Голубое небо, бескрайние поля. И обязательно мысленно произнесите фразу. Скажите: «Я расслаблен, я расслаблена». Чтобы психологически привыкать, ускорять привыкание. Скажите: «Мои глаза расслаблены». Скажите такую фразу. И обязательно скажите: «Я привыкаю к расслабленности глаз. И привыкаю легко отдыхать». И скажите: «Я благодарю себя». Можно вслух сказать, скажите: «Я привыкаю благодарить себя». И самую главную ключевую фразу скажите: «Мне это нравится». Чтобы легкая, приятная волна по телу пошла. Волна наслаждения, истомы. Легкая, чуть-чуть, едва-едва, но удовольствие. Вы знаете, что рефлексы, мы завтра на следующем занятии будем это изучать, вы знаете, что рефлексы на положительных эмоциях, привычки, автоматизмы на положительных эмоциях формируются быстрее. Итак, дорогие, ну давайте потихонечку откроем глазки. Откроем наши глаза, поморгаем, быстро-быстро поморгаем. Еще раз погладим свои глазки с ней. Напряжение. И еще раз проверим. Еще раз проверим. Возьмите табличку на расстоянии вытянутой руки. Посмотрите. Или кому, кто восстанавливает зрение вблизи, кто избавляется от бывшей дальнозоркости на близком расстоянии. И отметьте сами про себя. Меняется ли острота вашего зрения? Конечно, меняется. У большинства людей уже после первого расслабления уже есть изменения. Вообще, для того, чтобы увидеть результаты,
уходит в среднем 2-3 дня. Но большинство людей все-таки, они уже после первых упражнений, поскольку глаза устроены исключительно просто, глаза устроены исключительно элементарно, и очень наши с вами глазки податливы, наши с вами глаза очень легко откликаются на малейшую о них заботу. А сейчас, дорогие мои, мы с вами сделаем упражнение для наших глаз, мы с вами сделаем глазодвигательную гимнастику. То есть мы с вами поработаем сначала для мышц вокруг глаз, а потом мы с вами поработаем для мышц нашего хрусталика. А потом мы с вами сделаем небольшую перемену. А после этого мы сделаем мысленный массаж наших с вами глаз, называется идиомоторный массаж, для наших с вами капиллярчиков, для наших с вами мышц, для всех тканей нашего глаза. А потом мы с вами сделаем упражнение, которое называется образное дыхание. Это для мельчайших капилляров, и артериальных, и венозных, и лимфатических, для мельчайших сосудиков нашего глаза. И опять же, упражнение образное дыхание очень хорошо убирает спазм, очень хорошо убирает напряжение, и вы тоже это заметите. И каждое наше с вами занятие мы будем увеличивать количество упражнений для наших с вами глаз. Если вы готовы выполнить упражнение, опять же, я попрошу, чтобы у вас были какие-то средства фиксации, некоторые принципы, которые мы с вами применяем здесь. Первый принцип, дорогие мои, да? Это упражнение без настроя. Этим отличается наша с вами гимнастика от миллионов других видов гимнастики, которые существуют для глаз. Эмоциональный настрой. Как его создать? Даже если по каким-то причинам эмоционально подавлены, уставшие, кто-то разводится, кто-то находится под следствием, кому-то в дверь ломится налоговые инспекторы, кого-то пытаются уволить с работы и многое другое. Да, стресса в жизни очень много. Как сделать настроение и получить максимальную пользу на зло каким-то бытовым обстоятельствам и рутине? Мы расправляем плечи. Мы выше поднимаем голову и делаем улыбку на своем лице. Дорогие мои, так, чтобы в ваших глазках тоже была улыбка немножко. С помощью воображения уголки глаз поднимите вверх. Ярко улыбнитесь. Это наша с вами жизнь. И в своей жизни мы имеем право быть счастливыми. И не важно, что очень много людей неправильно воспитаны. И не важно, что очень много людей вокруг нас, может быть, не такие жизнерадостные, не такие тактичные, как бы нам хотелось, не такие вежливые, не такие заботливые, как бы хотелось. Но это наша жизнь. И в своей жизни мы имеем право быть счастливыми. И когда вы расправляете плечи, когда вы делаете улыбку, примерно пройдет 20-30 секунд, ваше настроение начнет автоматически немножко повышаться. Это самый простой прием. Это самая фундаментальная методика. Расправить осанку и ярко улыбнуться. Осанка, как бы, мы как будто корсет одеваем, мышечный корсет, как будто вот мы одели и все. И осанка зафиксировалась. И улыбка. Улыбка счастливого, жизнерадостного человека, дорогие мои. И вы замечаете, потихонечку настроение начинает улучшаться. Опять же, выделяется эндорфин, находитесь эндорфины, серотонин, много гормонов, да, гормонов, расслабляющих наш организм, да, гормонов радости. То есть вы находитесь сейчас под гормонами, условно говоря, да, вы сейчас находитесь в легком состоянии наслаждения, как бы под кайфом, да, вы купаете себя в этих гормонах и начинает улыбаться наших сосудов, наших мышц. Если вы улыбаетесь, вы заметите, если у кого-то болела голова, секунд через 20-30, возможно, через минуту, да, головная боль будет уменьшаться за счет снятия спазмов ваших сосудов, за счет расслабления вашего тела. Если у кого-то было повышено давление, когда ваши плечи расправлены, да, но не такая вот напряженная улыбка, да, а обязательно улыбка расслабленная. Как это делается? Смотрите, мы делаем сильный вдох, да, а на выдохе расслабляем все тело и улыбаемся. То есть ваше тело расслаблено, при этом вы улыбаетесь. Да? Расслабленность, такая спокойная радость. Как называется, дорогие мои, спокойная радость? Простым словом, наслаждение. Не надо,
Не надо восторг, не надо экстаза, да? А наслаждение, спокойная радость, спокойная расслабленность. Еще раз выдох, еще раз улыбка, да? Опять. Все, пошли положительные эмоции. Потихонечку расслабление, расслабление мышц головы, расслабление мышц тела. Замечательно, дорогие мои. И второй принцип, который мы с вами делаем, мы упражнение выполняем не только физически, поднимаем, еще и с помощью воображения. Запишите, пожалуйста. Воображение. То есть наше с вами, она усиливает физическую работу. Вот в этом тоже особенность восточного подхода к восстановлению своего здоровья. Это, знаете, как спортсмен. Когда спортсмену нужно перепрыгнуть двухметровую планку, он настраивается на это, чтобы его мышцы активны, да, то есть мы настраиваем всегда немножко себя больше. Вот представьте, вы перепрыгнули через какую-то свежевырытую траншею. Вот вы стоите перед какой-то лужей, к примеру, да, траншеи, да, если вы настроитесь на самый край канавы, на самый край траншеи, да, если вы прыгнете, велика вероятность, что вы, дорогие мои, не перепрыгните. Да, и познакомитесь с ее глубинным содержимым. А если вы мысленно настроитесь сантиметров на 40 дальше, то вероятность, что вы перепрыгнете, гораздо выше. То есть ваши мышцы, да, они получат импульс из вашего мозга, и они более эффективно сработают. Поэтому сейчас, когда мы будем поднимать глазки вверх, чтобы ваши мышцы максимально, да, сработали лучше, стали эластичными, сильными, здоровыми, красивыми, эластичными мышцами, мы с вами с помощью воображения делаем больше, как будто на макушку. Когда мы с вами глазки поворачиваем вправо с помощью воображения, дорогие мои, да, вы делаете, как будто за ушко вы отводите глаз. Если влево, то за ушко. То есть, если вы делаете без воображения, дорогие мои, вы отнимаете себя результат. Вы получаете результат не на оценку 5, к сожалению, а на оценку 3. Очень простой принцип. Принцип воображения. В течение вот этих 5 занятий мы вам приведем огромную массу примеров и сделаем это, и вы увидите, что можно вообще с помощью воображения от многих-многих-многих вредных привычек избавляться. Просто с помощью воображения. Итак, настроение, воображение. И следующий принцип, это принцип концентрации. Тоже запишите, пожалуйста. Концентрация. Этот принцип мы разберем немножко позже, чтобы не перегружать вас сразу огромной массой информации, перейти поближе к практике. Но принцип концентрации очень мощный, дорогие мои. Когда вы познакомитесь с ним близко, когда вы начнете его применять, принцип концентрации, вы увидите, как глубина, огромная энергия за ним строится вообще. Это потрясающе. Как активизировать у себя там. Вы потом будете применять это не только с глазками, а с многими другими органами. Сейчас я просто вам скажу. Направьте внимание в глаза. Когда делаете это упражнение, направьте внимание в глаза. И я вам предлагаю начать это упражнение с закрытыми глазками, чтобы вашему воображению было легче. И вашей концентрации было легче. Направьте внимание в глаза. Угу. Очень хорошо. Еще один момент я вас попрошу. Дорогие мои, давайте даже так. Откройте глазки опять. Откройте глазки. Четвертый принцип. Дыхание. Запишите, пожалуйста. Чтобы правильные рефлексы, правильные автоматизмы натренировать, очень важно дыхание. Почему? А многие люди не получают результат при выполнении упражнений, именно потому что они напряжены. Им глаза нужно расслабить, а они напряжены. Почему? Они стараются. И вот здесь тоже как бы начинаются шутки нашего мозга. То есть мы попадаем в ловушку, в лабиринт, в замкнутое пространство. Согласны, когда мы сильно хотим, мы немножко напрягаемся. Согласны, дорогие мои, что когда мы стараемся, мы немножко сосредоточены, а надо-то расслабиться. И есть такой рефлекс, безусловный рефлекс, что на выдохе все мышцы нашего тела расслабляются. А когда мы выдыхаем? Когда мы что-то говорим, когда мы считаем вслух. И чтобы получить максимум результата, и чтобы получить результат за максимально короткий промежуток времени, чтобы вы, дорогие мои, получили максимум удовольствия от своего восстановления здоровья, применяйте этот принцип.
Когда что-то делаете, упражнение, всегда считайте вслух. Делайте так, раз, два, три. А если вы говорите шепотом, то вы чуть-чуть выдыхаете, маленькое расслабление. А когда вы говорите громко, раз, два, три, четыре, то вы выдыхаете сильно, и мышцы ваших глаз расслабляются очень хорошо. Так же, как мышцы тела. Ну, подтягивайтесь, тоже считайте вслух. Раз! И вы не забудьте выдохнуть, потому что любая физическая нагрузка всегда на выдохе. Желательно, дорогие мои. Итак, я надеюсь, что вы придали этому значение, и когда вы будете делать гимнастику для глаз, вы будете считать вслух. И считать как можно громче, потому что это важно для максимальных результатов. Закрываем глазки, со вниманием направляем глаза. Яркая улыбка. Представьте в своих глазках тоже искорку счастья. Плечи расправлены. Мы абсолютно здоровы. 16-летние, юные, красивые, счастливые. Расслабленные. Это так приятно. Вы сегодня получаете максимум подарков, которые дарите сами себе, дорогие мои. Очень хорошо. И сейчас с помощью воображения вверх-вниз, вверх-вниз. А ваши глаза вслед за вашим воображением будут работать. За это не думайте, они сами это сделают. Вверх-вниз. И стараемся с помощью воображения сделать как можно больше, как можно легче, как можно естественнее, активнее. Мы потом расслабим глаза. А сейчас максимум легкости, быстроты. Мы представляем свои глаза здоровые, а раз они здоровые, значит они должны двигаться легко и быстро. Поехали вверх и вниз с помощью воображения и... Физически двигайте глазками и с улыбкой и громко считая. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, вверх, вниз, дорогие мои. Вверх, вниз, вверх, вниз. Легко, быстро, играючи. Раз, глазки здоровые, значит, должны двигаться легко. И мы их к этому приучаем в течение 40 дней. От 20 до 40 дней, дорогие мои, происходит привыкание вверх. Вниз. И с помощью воображения. Не просто физически глазки поднимаем, а с помощью воображения делаем как можно легче и быстрее. И считаем вслух самостоятельно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Считаем вслух. На выдохе происходит расслабление. Вы не перенапрягаетесь. Эластичность мышц улучшается. Считаем вслух, выдыхая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очень хорошо. А сейчас, дорогие мои, мы с вами сделаем все то же самое, только влево и вправо. Пожалуйста. Также с помощью воображения за левое ушко, за правое ушко и также с выдохом. Очень хорошо, глазки закрыты, все внимание в глаза. Мы представляем себя румяными, розовощекими, юными, здоровыми, красивыми, счастливыми людьми, улыбаемся. Вы дарите сегодня подарки себе. Может быть, впервые за много лет вы начали себя любить, заботиться о себе. И уважаете эти свои поступки. Достоинство – это уважение к себе за свои дела. Сейчас у вас потрясающее уважение, потрясающее достоинство. Итак, влево и вправо, дорогие мои. За левое ушко, за правое ушко, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Влево, вправо, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. С помощью воображения еще дальше, еще легче. Раз, два, считаем вслух. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Можно даже погладить свои глазки, дорогие мои. Помассировать их слегка. Ну что, многие люди так давно не тренировали мышцы, что они у них или перенапряжены, или уже, к сожалению, немножко не в тонусе. А сейчас мы с вами объединяем эти упражнения вверх, вниз, влево, вправо. Здесь мы потренировали завтра, на следующем занятии мы с вами объясним. Верхние мышцы, нижние мышцы, левое, правое. А сейчас мы объединяем верхнюю и боковую, будем глаз смотреть в сторону. В другую сторону, в нижнюю. То есть по углам. Да?
Верхний правый угол, верхний левый угол. Верхний правый угол, в нижний правый угол. Верхний левый угол, в нижний левый угол. Опять верхний в правый, в нижний правый. Верхний левый, в нижний левый. Верхний в правый, в нижний правый. Верхний левый, в нижний левый. Верхний правый, в нижний правый. Да, по углам. И как всегда это мы с вами делаем легко, играючи, непринужденно, расслабленно. Плечи расправлены, яркая улыбка на лице. Это так приятно, дорогие мои, так приятно, что вы начали уделять себе внимание, заботиться о себе. Благодаря только на положительных эмоциях, занимаемся только на чувстве благодарности и уважения к себе. Итак, дорогие мои, смотрим по углам. И также все внимание в глазки направьте. И физически, и с помощью воображения. И как можно легче, и как можно быстрее, и непринужденнее. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заканчиваем. Погладили свои глазки волшебно. Великолепно, браво. Снимаем напряжение. А сейчас мы с вами сделаем то же самое, только в другую сторону. Я надеюсь, что вы не стеснялись и громко вслух читали. Это дает хороший выдох, дорогие мои. И также представляете себя. И заметно происходит привыкание каждый день. Вам 16 лет. Румяные щеки, искорки счастья в глазах, юное, счастливое, красивое лицо. Вы увидите, дорогие, какой это потрясающий дает эффект. Наш мозг начинает посылать такие импульсы, и происходит привыкание. Ваше тело становится таким, как вы его воображаете. Это же упражнение в другую сторону. Глазки закрыты, и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону то же самое. Раз, два, три, четыре. Верхний угол, в нижний угол, верхний угол, в нижний угол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Легче, быстрее, легче, быстрее, легче, быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Мы уже с вами сделали. Погладили глазки. А вот сейчас, дорогие мои, мы с вами сделаем более сложное упражнение. Мы не только верхнюю, нижнюю, левую, правую мышцы включим в работу, но еще у нас есть две косые мышцы, которые помогают сделать круговые движения. Поэтому мы сделаем упражнение восьмерка. Нарисуем как бы восьмерку, лежащую на боку. Круг вправо, круг влево. Два круга. Справа и слева. Мы рисуем цифру 8, лежащую на боку. Но только размер сделаем у нее большой. Диаметр сделаем большой, легкий такой. Окружность огромного диаметра. А без воображения вообще этого выполнить нельзя. То есть здесь вот как раз ваше воображение потренируется, и ваши глазки, они станут, вот эти все спазмы мышц, вот эта неэластичность мышц будет уходить. Острота зрения очень хорошо улучшается, работа мышц, работа сосудов хорошо улучшается. Итак, дорогие мои, глазки закрываем. И рисуем восьмерку, лежащую на боку. Легко и быстро, громко считаем вслух, работаем с помощью воображения, представляем себя юными и молодыми. Поехали. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Великолепно, браво.
Погладили, дорогие мои, свои волшебные глазки. Снимаем напряжение. Очень хорошо. А теперь, дорогие мои, то же самое, только в другую сторону. Также мы рисуем восьмерку вправо-влево, вправо-влево. Улыбка. Уважение к себе. Уважение за то, что вы уделяете себе внимание, за то, что вы заботитесь о себе, любите себя только на положительных эмоциях. То есть здесь самым важным при формировании новых привычек, новых рефлексов, то настроение, при котором вы выполняете упражнение. То настроение, в котором находится ваше тело. Расслабленное, радостное, наслаждающееся. Хорошо? Спокойное. Удовольствие. Настоящее удовольствие. Пожалуйста, поехали. И круг вправо, круг влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все время себя хвалим, гордимся собой, уважаем себя, ценим себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ваша голова может от вашего энтузиазма тоже двигаться, ничего страшного. Главное – энтузиазм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Заканчиваем. А теперь делаем с вами вертикальную восьмерку, обычную. Круг вверх, круг вниз, дорогие мои. Круг вверх, круг вниз. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. С помощью воображения рисуем большую восьмерку глазками и считаем вслух. Делаем легко, играючи, быстро, просто, естественно, с улыбкой и с наслаждением, с расслабленной радостью, спокойной радостью, с наслаждением. В другую сторону восьмерочку. Раз, два, три, четыре. Считаем вслух. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Это такое огромное удовольствие. Вы гордитесь собой, что вы активны и самостоятельны, жизнерадостны, сильны, молоды и счастливы, молодцы. Все, что тренируется, дорогие мои, все развивается. Погладили свои глазки волшебные. Сняли напряжение. Великолепно. А сейчас мы с вами сделаем последнее упражнение на сегодняшний день из наших упражнений для внешних мышц глаза, для глазодвигательных мышц. Это круговые движения. То есть мы рисуем окружность как можно больше по размеру, как можно легче. И здесь тоже есть один нюанс, дорогие мои. Когда рисуем окружность, стараемся, чтобы в каждую клеточку. А вот представьте циферблат. Как будто и бежит секундная стрелка. И каждую циферку обходит вниманием. Чтобы у вас не было так, что вот вы пошли окружность рисовать. Раз, какой-то угол срезали. Вместо круга получается какой-то полуквадрат. Со срезанными углами или еще что-то, чтобы окружность была идеальной формы. Здесь немножко проявите воображение, концентрацию, силу воли. Хорошо? И настроение. Это упражнение, оно также является диагностическим. Оно показывает, какие мышцы у вас развиты неправильно. Вот сейчас вы можете закрыть глаза и сделать круговое движение для глаз. И посмотреть, во все ли стороны вам удобно делать круговые движения. Или когда вы глазками ведете, в какой-то области есть болезненность, или круг не получается сделать, а глазки пытаются проскочить эту зону. Да? Ну, допустим, глазки откройте. Допустим, вот вы имеете дискомфорт, когда смотрите вправо, к примеру, вправо. Это означает, что левая мышца у вас спазмирована. То есть вам глаз отвести вправо тяжело. Вот он, спазм, вы его нашли. Да? И, значит, именно туда, куда тяжело посмотреть, почему это диагностическое упражнение, именно вот в эту сторону вы можете тренировать, чтобы когда вы... Как проверить, что ваша мышца, вот, да, чтобы убрать астигматизм, как проверить, что ваши мышцы и правая и левая рука, да, работают гармонично, что и левая, и правая мышцы, и верхняя, и нижняя, и все мышцы работают гармонично. Когда вы делаете круговое движение, во все стороны вам удобно посмотреть. Нет никакого дискомфорта, окружность получается легко, значит, все, до свидания, астигматизм. Итак, дорогие мои, сейчас мы сделаем круговое движение, и вы постараетесь сделать их максимально правильными, максимально легкими. Вы готовы? Тогда закрываем глазки, все внимание направляем в глаза. Завтра мы изучим более подробно все эти принципы. И делаем, и считаем быстро, легко, потому что мы представляем свои глаза здоровыми, поэтому мы выполняем упражнение легко и быстро. Да? Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А сейчас в другую сторону, дорогие мои. Также старайтесь окружность сделать идеальной формы. Пожалуйста. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Очень хорошо. Опять погладили глазки, сняли напряжение. Замечательно, великолепно. Вот сейчас мы с вами сделали упражнение, пока еще не все, но самые первоначальные упражнения, и с каждым занятием мы будем делать упражнения больше для наших внешних мышц, глаз, глазовидных мышц. И сейчас на всякий случай, дорогие мои, хотя у многих мышц уставшие, но на всякий случай все равно возьмите табличку. Дальнозоркость очень часто уходит при тренировках, поэтому вы можете посмотреть у каждого нужное свое расстояние, кто восстанавливает зрение в дальнее расстояние, вытянуть зрачки. А кто восстанавливает зрение вблизи, на близком расстоянии, и вы смотрите, дорогие мои, как ваше зрение сейчас. Проверьте, отметьте его. Очень хорошо. Сейчас мы с вами также сделаем упражнение для мышц хрусталика. А с помощью этого упражнения мы потренируем мышцы. Когда мы смотрим близко, на близкое расстояние, близко, мышца, она по кругу идет хрусталиком, но на самом деле там хрустального ничего нет. Хрусталик такой орган, в котором жидкость, прозрачная ткань и жидкость. Волокна наполнены жидкостью, поэтому легко, более плоский становится, более выпуклый, более плоский, более выпуклый. И вокруг него мышца, которая сжимает его, разжимает. Когда мы с вами, дорогие, смотрим близко, эта мышца сжимает его, он становится более выпуклый, и, соответственно, выпуклая линза больше, сильнее преломляет. Когда мы смотрим вдаль не нужно так сильно преломлять, лучи практически параллельно, поэтому мы имеем более плоский хрусталик, и, соответственно, в этот момент мышца расслаблена, и она его не сжимает. Соответственно, когда мы смотрим вдаль, из-за этого мы расслабляемся. Поэтому человек смотрит вдаль 8 часов, если не в одну точку, а двигается глазами, мышца не устает. Если смотрит близко 8 часов, конечно, мышца устает. Поэтому, дорогие мои, мы сейчас будем смотреть то близко, то далеко. То близко, то далеко. Очень простое упражнение. Во-первых, упражнение говорит «до свидания, катаракта». Во-вторых, укрепляет мышцы, и кому мышцы перенапряжены, снимает спазм. То есть потрясающее упражнение для хрусталика. И самое главное, это упражнение можно делать с помощью воображения. Да? То есть вы можете его делать на работе, вы можете делать в ванной комнате, когда принимаете ванну, в туалете вы можете его делать, а в автобусе, ну, только не в машине за рулем. А если у вас окна выходят куда-то вдаль, у вас прекрасный какой-то вид из окна, то вы можете его делать и с открытыми глазами. Подойти к окошку, да, поставить палец и смотреть. Примерно, опять же, на расстоянии, вот примерно 25 сантиметров вы ставите пальчик. Вот примерно. То есть не очень близко и не очень далеко. Такое среднее. Да, когда максимальная фокусировка, максимально тяжело мышца. Близко смотреть. Смотрите, близко, потом переводите внимание вдаль. Близко, потом переводите внимание вдаль. Это просто перевод внимания, дорогие мои. Мы с вами это сделаем упражнение с закрытыми глазками. Мы с вами сделаем это упражнение с помощью воображения. Но вы прочувствуете, что от одного вашего воображения ваши мышцы очень и очень хорошо работали. То есть вы увидите, дорогие мои, что наше воображение мозг воспринимает как реальность. И вам тогда будет легче сделать упражнение мысленный массаж глаз, идиомоторный массаж глаз. То есть вот это упражнение близко-далеко, упражнение для мышц хрусталика, оно для нас является обучающим. Нам после этого будет легче выполнять другие образные упражнения. Вы увидите, дорогие мои, как хорошо работать с помощью воображения. Вы поймете, что такое восточная медицина, вы поймете, что такое восточный подход и восточные тренировки, да, что воображение обладает огромной силой. Как мы сделаем? Смотрите, мы левый глазик закрываем ладошки. Для чего? Тем самым мы ему даем как бы автоматический приказ, что он не участвует в этой работе.
Хотя все глаза будут закрыты, но левый глаз не просто закрыт, а еще и дополнительно прикрыт ладошкой. А перед правым глазом мы ставим пальчик и правый глаз тоже закрываем. И теперь мы представляем себя на юге, в отпуске. Представляем себя на берегу озера или на берегу моря, или, может быть, бескрайние поля. Вы забрались в небольшой холм и смотрите далеко-далеко вдаль. И мы просто переводим внимание на горизонт, а потом близко на пальчик. На горизонт, на пальчик, с закрытыми глазами, с помощью воображения. Мысленно это делаем, но вы заметите, что ваши глаза физически это тоже делали. Итак, плечи раскрыты, расправлены. Яркая улыбка, глаз, дорогие мои. Один глазик у нас прикрыт, перед вторым у нас пальчик. И мы смотрим на горизонт и близко. При этом считаем до 10-10 раз. То есть 100 раз мы делаем с вами вот это перевод внимания вдаль и вблизь. И поскольку мы представляем себя 16-летними, мы представляем себя здоровыми, то мы выполняем это упражнение легко и быстро. Раз наши мышцы здоровы, значит, они должны переводить внимание легко и быстро. Может быть, первые 2-3 дня ваши глаза будут не успевать за вами, но вы все равно это делаете, и потихонечку они будут за вами успевать. Итак, смотрим на горизонт, на пальчики, и получаем невероятное удовольствие от того, что вы начали себя любить, ценить, что вы начали заниматься. Итак, дорогие мои, готовы? Представили себя на природе. Внимание перенесли на горизонт. Увидели на горизонте или сказочный лес, или какой-то кораблик плавает, какой-то ориентир. И просто переводим внимание. Мысленно вдаль, вблизь. Внимание вдаль, вблизь. Мысленное. И считаем слух, дорогие. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Громко считаем слух, переводим внимание. Вдаль, вблизь. Вдаль, вблизь. Ярко светит солнце. Вы четко все видите, с помощью воображения работаете. Вдаль, вблизь, вдаль, вблизь. Внимание, четко, четко, далеко, близко, далеко, близко. Ярко, четко, ярко. Браво! Великолепно тренируем мышцы глаз. Сжимаем, разжимаем. Вдаль расслаблен, близко напряжен. Раз, два, три, четыре. Вдаль, вблизь. Четко, четко, ярко, ярко. Ясно, ясно. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вдаль, вблизь, вдаль, вблизь, молодцы, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, далеко, близко, четко, четко, ярко, ярко, молодцы, замечательные тренировки, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вдаль, вблизь. Внимание, внимание. Четко, четко, ярко. Горизонт, пальчик. Считаем громко. И последний 20 раз. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И заканчиваем. Открываем свои волшебные глаза, дорогие мои. Погладьте. Пожалуйста, снимите некоторую усталость. Есть ли у вас ощущение сейчас, что ваш правый глаз поработал? Есть ли у вас ощущение, что он физически тренировался сейчас? Не просто воображаемо, а реально физически. Возьмите еще раз, да, табличку. Или возьмите еще раз, если у вас пока нет таблички. 100-рублевку, или 5000, или 1000 рублей, и посмотрите, дорогие мои, как вы сейчас видите, да, какое у вас зрение, какая у вас видимость сейчас. Очень хорошо. Отмечайте у себя, меняется ли картинка, хорошо? Еще раз говорю, не сразу. За 2-3 дня вы увидите, как быстро ваши глаза откликаются, а у многих с первого же раза. У большинства людей с первого же раза они начинают откликаться, и острота, фокусировка зрения все четче, все ярче становится. Это прекрасно, дорогие мои. Еще раз говорю, люди, которые испытывают мистический страх перед своими глазами, они считают, что зрение так тяжело устроено, они делают. Их врачи. Врачи вот этим пессимизмом, вот этой подавленностью, все невозможно, это у тебя наследственное, это у тебя от родителей. Человек становится пассивный, и вместо того, чтобы взяться, начать правильный образ жизни, уделять себе хотя бы 5 минут. Мы же чистим зубы, да, то есть нормально, а что не тренируем глаза? А что, почему чистим зубы, а не тренируем глаза? Ну, абсурд. Вот наше занятие как раз призвано, дорогие мои, от этого абсурда избавляться. А теперь другой глазик, дорогие мои, закроем. Перед другим глазиком поставим пальчик. И также с вами будем смотреть и вдаль, и вблизь. И закроем.
Представляем себя на берегу моря, яркое солнце светит. Нашли ориентир на горизонте, представили пальчик, ориентир, и вы просто переводите внимание вдаль и ничего воображения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Подгоняем, даем темп своим глазкам. Через два отретируется к этому темпу. Близко, внимание, играем вниманием, просто мысленное внимание, вдаль, близ, все четче, все ярче, все четче, что ярче, фантазируем, на горизонте, пальчик, кораблик, пальчик, внимание, вдаль, вблиз, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, молодцы, браво, удовольствие, улыбка, 5, 6, только с улыбкой, расслабленно, громко считаем слух, и голос радостный, голос счастливый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, молодцы, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, раз, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, играем радостным голосом, вдаль, вблизи. Четко, ярко, ярко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вдаль, вблиз, вдаль, вблиз, вдаль, вблиз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Вдаль, вблиз. Раз, два, три, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Погладили глазками. Если у вас ощущение, что глаза поработали. Хоть мы с вами сейчас и работали с помощью воображения, но если у вас реальное ощущение, что мышцы глаз поработали, мышцы глаз устали. Очень хорошо. Погладьте, дорогие. Очень замечательно, очень хорошо. А сейчас возьмите табличку для зрения, да, где разного размера, или 100-рублевку, и посмотрите, дорогие мои, как вы видите, кому нужно вдаль, да, кому нужно близко, близко смотрите. И отмечайте, какова острота вашего зрения. Смотрите сейчас, дорогие. Но ваши глаза напряжены, если вы заметили. Сейчас мы их расслабим, результат будет еще больше. Потом будет у нас 5-минутная перемена, и потом мы с вами мысленный массаж для глаз, и мы с вами поработаем образное дыхание для наших сосудов глаза. Итак, у нас будет 5 занятий, где мы будем делать очень много практики. Первые дни, может быть, немножко будет теории, а только практики. И все эти занятия, кто будет заниматься на наших занятиях, все эти занятия вы, конечно, получаете в записи. Дела. Или также вы можете их просматривать через интернет онлайн, если вам удобно. Итак, дорогие мои, мы с вами берем ладошечки и уже привычным нам закрываем свои волшебные глазки, откидываемся на спинку кресла, делаем легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Мы помним рефлекс, что на выдохе мышцы глаз и мышцы всего тела расслабляются. Длинный глубокий выдох. Легкий вдох и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Расслабляем все наше тело расслабляется, дорогие мои. Отдыхаем. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Наши глазки под ладошками закрыты. Наше тело. Мы знаем, что без воображения даже не стоит и заниматься. Поэтому с помощью воображения тоже представьте себя расслабленным. Представьте, как мы...
Мышцы вашего тела расслаблены. Можно представить, как вы смотрите вдаль. Расслабленно смотрите. Наслаждаемся. Легкий вдох через нос. Длинный глубокий выдох. Если руки устали, их можно опустить. Главное фантазировать природу. Дома выпить слабину, которая помогает настроиться на расслабление. Бескрайнее голубое небо, легкий шелест трав, пение птиц, стрекот цикад и кузнечик. Легкий вдох через нос, длинный глубокий выдох. Вспоминайте самые яркие воспоминания о природе. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Чтобы ваше тело расслаблялось, отдыхало. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Руки отдохнули, еще раз со дошки. Еще раз даем тепло своим глазкам. Вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Длинный выдох позволяет расслабиться всем нашим людям. Сильно напряженным, на длину от расслабления. Под ладошками глазки закрыты. Ножки расслаблены, руки расслаблены, спина расслаблена. Как всегда, как можно выше, 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 можно представить, очень высоко летят птицы. Когда вы любуетесь ими, автоматически тело расслабляется. Мышцы глаз автоматически расслабляются. Даем отдых. С помощью воображения представляем себя расслабленными. Можно даже представить, что вы раскинули покрывало на зеленую траву. Легли и раскинули руки и ноги в сторону, как звезда, и над вами небо. Бесконечное, бескрайнее голубое. Представьте, как вы смотрите в это бескрайнее небо. Как вы с глубоким выдохом расслабляетесь и мысленно скажете: я привыкаю к ныне. Мы расслаблены. Я прекрасно. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох.
чтобы все ваше тело расслабилось, дорогие мои. Чувство уважения к себе. Уважение к себе за свои поступки, за то, что вы заботитесь о своих глазах, о своем теле, формируете у себя сами новый характер, новые привычки, любовь к себе, умение легко расслабляться. Мысленно скажите: «Я благодарю себя». Мысленно скажите: «Я люблю». «Я благодарю свои глаза». Мы меняем с вами, дорогие мои, эмоциональное отношение к себе. Перестаем себя ругать, критиковать. Начинаем ценить, благодарить. Это очень дорогого стоит. Это навык успешных людей, богатых людей, сильных, счастливых людей. Последний раз, дорогие мои, давайте разогреем ладошечки свои. Опять закроем свои волшебные глаза, сделаем легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Расслабляя свои глазки, легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Пусть все ваше тело расслабится. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Отдых и расслабление. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. И мысленно еще раз скажите: «Мои глаза расслаблены, я привыкаю к этому». Скажите: «Я люблю себя, мне это нравится», чтобы легкая мурашка, легкая истома пошла по телу, чтобы пошло такое приятное чувство. Может быть, вы никогда таких слов на себе не говорили, дорогие мои. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Скажите: «Я уважаю себя, я ценю себя. Мои глаза расслаблены». И еще раз, высоко-высоко в небе летят птицы. Представьте это. Еще раз воображайте, как ваше тело глубоко расслабляется. И какое вы испытываете от этого удовольствие. Наслаждение. Как это приятно, дорогие мои. Какое-то великое чувство. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Наше воображение организм воспринимает как реальность. Когда вы представляете, что ваше тело расслабляется, оно расслабляется сильнее. Когда вы мысленно создаете добрые чувства нежности по отношению к себе, тело расслабляется еще сильнее. Можешь даже мысленно поговорить со своим телом, со своими глазами. Скажите: «Мои глаза расслаблены. Я привыкаю к этому. Мое тело расслаблено. Я привыкаю к этому». И обязательно скажите: «Мне это нравится». Новые приятные привычки только с чувством удовольствия, с чувством наслаждения, дорогие мои.
Мне это нравится. Чтобы улыбка сама появлялась на вашем лице. Чтобы улыбка наслаждения, улыбка радости сама появлялась, дорогие мои, на вашем юном, счастливом, красивом лице. Ваше тело было расслаблено. Еще раз поблагодарите себя, скажите «уважаю». Уважаю себя за свои поступки, за свои дела. Чувство достоинства. Достоинство – это уважение к себе. Итак, давайте откроем наши с вами глазки и погладим их. Снимем напряжение. Погладим их, дорогие мои. И поморгаем, чтобы они привыкли к свету. Немножко быстро, легко, расслабленно поморгаем. Возьмите табличку. Посмотрите сейчас. Сейчас как ваше зрение, сейчас как вы видите. Посмотрите, дорогие мои, и оцените, запомните, когда лучше ваши глазки реагируют, когда лучше острота зрения, когда чище, ярче ваше зрение, когда вы делаете тренировку или когда вы делаете отдых, что нужно для ваших глаз именно сегодня, именно сейчас. Проверьте это все, дорогие мои. Запомните это все. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, чтобы вы, может быть, дополнительно отдохнули, выпили чаю, кофе. 5 минут. И перейдем ко второй части нашего занятия. Сегодня мы сделаем массаж. Очень мощный, очень сильный, восточный, мысленный, воображаемый массаж для всех наших тканей, наших глаз. И сделаем упражнение для наших капилляров, для наших сосудов, очищение нашего хрусталика.